добрый день. У нас новый привоз. Фабрика нам отшила шубки. Давайте смотреть, что нам интересного пришло в Дубно. Так, первая сумка. Нам сделали набор шуб. Вот, сказали, хорошие модельки должны продаваться. Вот такую шубку нам дали на продажу. Посмотрите, фабрика. Очень красивый цвет, черника. Воротник куница. Рукав спущенный. Паркетная раскладка. Такая шубка. Эти шубы в наличии, можете приходить смело мерить. Так, вторая шуба. Смотрим. Так, это что за шубка такая красивая? А, вон она какая. Здесь красивый воротник. Воротник куница графитовый. Сама шубка графитовая. Поясочек проходит. Спущенный рукав, как кимоношка, но силуэт прямой. Вот, отличный фасон. Вообще, топ номер один. Такая шубка. Новая. Будем, наверное, вот так вешать. Сюда вот. Вот так. Так что вот такая. Такие красотки. Дальше смотрим. Так, это у нас норка. Так, здесь что? Ага, вот вижу, парки пришли. Красивая парка. Новый фасон. Цельный капюшон. Это писец. Красивый манжет. В разделе шубы по себестоимости эти парки там выставлены у нас. Себестоимость парки 12 тысяч рублей. Мы шубы эти продаем по своей цене. Вот еще у нас набор есть тоже. Шубы по себестоимости. Работаем вообще без наценок. Парка не 37 тысяч, не 35 стоит, не 30, там не 25, 12 тысяч рублей. Сверху берем только на чай 3 тысячи рублей. Все. Без наценок. Так, следующую парку смотрим. Еще одна парка. Тоже розовый цвет. Красивая куница. Вот. Качество очень хорошее. Эти парки все можно и в наличии у нас, и на заказ. Тоже все в разделе по себестоимости. Парки стоят 12 тысяч рублей. Но это на данный момент. Как дальше, не знаем. Пока такая цена. Так, смотрим, что еще здесь. Вот еще одна парка. Тоже 12 тысяч рублей. Внутри кролик проходит. Теплый. И подклад. 12 тысяч такая парка. Без наценок. Немножко кулиску распущу. Так. Это у нас орешек. Шубка в орешке. Вот такая красоточка. Диагональка, капюшон. Орех, цвет натуральный. Замечательная красотка. Замечательная. Красивую шубу дали. Вот еще, смотрите. Такой цвет тоже хороший. Диагональка, капюшон. Вот такая шубеечка тоже. Пожалуйста, приходите, мерите. Так, это что за шуба? Ага, красивый цвет. Тоже пряменькая, диагональка. Вот такая. Эти шубки в наличии. Добро пожаловать на примерку, как говорится. Так, это что за красотка? Ага, серенькая, графитик. Вот такая красоточка, посмотрите. Шикарная шубеечка.
пришла в Дубно. Это пакеты нам дали, шубы заворачивать. А то с ними вечная проблема. Ага, вот еще модель интересная. Смотрите, какая. Воротник стойка, каракуль. Снизу подол тоже норка, поперечка. Красивый. Приходите на примерку. Так. Что тут еще-то у нас есть? Интересно. Так, вот шуба. А, вот красивые шубки пришли еще. Смотрите. Эта шуба у нас тоже по себестоимости. Красивые курточки розовые. Товар без наценок. Не 35, не 30. 14 500 рублей плюс 3000 чаевые. Без наценок работаем. Я думаю, это сразу можно сюда повесить. Эти шубки вот в том углу висят по себестоимости. Вот еще красоточка одна. Еще одна. Это, видимо, другой размер. Вот еще одна. Тоже курточный вариант. Хороший розовый с песцом. Смотрите, вот. 14 500, не 28, не 30. Цены доступны. Балуем своих, балуем. Дубнинцев. Дорогих. И гостей нашего города. Так. Черный. Куртка хорошая. Смотрите, какое пальто. Пальто с песцом. Вот. Тоже по себестоимости. По-моему, 16 тысяч рублей, если память не изменяет. 16 тысяч. Тоже красивое пальто. Без наценок. Пожалуйста, без наценок работаем. Тоже сюда, в этот отдел. На ту перекладину. Так. А, вот еще, смотрите, новые появились фасоны. Это вообще крутяк. Самые крутые шубы. Тоже по себестоимости все. 12 тысяч рублей. Посмотрите, какое шикарное пальто. Серый цвет, шикарное пальто. Карманы накладные, просто супер. Улет. 10 тысяч рублей такая. Ой, господи, 12 тысяч рублей. Красотка. Там не упомнишь всех этих цен. Так, это что у нас? Ага. Вот красивый цвет. Лаванда. Тоже поперечка. Очень красивый фасончик. Шикарная шубка. Вот. Сюда повесим ее. Ну, вот это очень красиво. За 12 тысяч просто сказка. Пакетики нам подкинули. Ага, вот еще. Вообще просто фантомная модель. Смотрите, какая. Фантомная. Леопард. Номер один. Номер один. Очень хорошее качество. Это тоже по себестоимости. 12 тысяч рублей пальто. Не надо платить 35 тысяч. 37 не надо. 12 тысяч и 3 тысячи человеку на чай. По себестоимости. Так, эту красотень тоже туда повесим. Оп. Эту красоту тоже сюда. Так, это что у нас? Ага. Это классика. Это классика.
Поперечка. Черная поперечка. Так. Так, это у нас что? Это у нас пудрочка красивая. Капюшон. Так, это у нас махагон, темно-коричневый цвет, то есть поперечка с капюшоном. Это у нас тоже махагон поперечка. Ну, та же самая, что это. Ну, скажу, это трансформер, отстегивается рукав вот здесь и подол снизу. Вот. С капюшоном. Темно-коричневый, черный цвет. Так. Махагон поперечка. Размеры не знаю, какие фабрика положила. Потом будем смотреть. Еще одна махагон поперечка. Что-то махагоном душат меня. Так, махагон. Много махагона что-то. Неужели все путают? Так. Еще одна махагон. Еще одна махагон. В общем, только норка пришла, все. Ничего больше не продается, кроме норки. Одна норка продается. Так, черная сюда. Это черная. Трансформер черный, поперечка. Еще одна черная поперечка. Так, это у нас, это у нас шуба махагон, очень длинная шуба. Напомню, что мы возим шубы любой длины и любой размер. 58, 60, 62, 64. Приходите, заказывайте, с удовольствием будем выполнять ваши заказы. Так. Сюда повесим ее. Так, ага. Вон какая. Эта моделька тоже красивая. Графит цвет. Красивый цвет. Прямой фасон. Так, это что у нас? Ага, это прямая шуба. Английский воротник, пудра под пояс. Вот. Так, голубая норка пошла у нас. Вот такая тоже трансформер. Отстегивается рукав, подол. Сюда повесим ее. Это что? Черный опять? Нет, графит. Вон какая шубка красивая тоже. Необычная. Дымчатая. Поперечка, прямая поперечка. Вот такая есть. Так что выбор есть. Вот он. Весь перед вами. Шуба по себестоимости шикарная. Новые фасоны. Вот по себестоимости стали возить. Зебра, леопард, графит, новые фасоны. И куртки короткие, розовые. Размеры большие, 54, 56 там. В общем, 52, 50 какие-то вот привезли. Вот, приходите на примерку, делайте заказы. Заходите в раздел «Шуба по себестоимости».
Вот. Я там дополняю каталог регулярно, раз в неделю. Шубы на заказ, норковые. И в раздел шубы норка в магазин. Это шубы из магазина. Мы фотографируем то, что в наличии у нас есть. Вот. Жду вас на примерку, буду рад вас видеть. До встречи, пока-пока, приезжайте.